В Туле открыли новый цех модернизации легкобронированной техники. В церемонии приняли участие глава Росгвардии Виктор Золотов и губернатор области Алексей Дюмин. Производство разместили на предприятии конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. 1 октября КБ исполнится 90 лет. Завод был создан для разработки стрелкового и авиационно-пушечного вооружения, которое отлично показало себя еще в годы Великой Отечественной войны. За последние 6 лет предприятие поставило в российские войска более 2500 единиц современного стрелкового оружия и средств ближнего боя. 90 лет – это достаточно большой уже срок. Сегодня мы открываем новый цех с вами. Те конструкторские решения и эта техника завоевали серьезный авторитет на международном рынке вооружения и техники. И это ваша заслуга. Для меня, как человека для военного, я понимаю, что модернизация БМП-2 – это вопрос назревший. И действительно, эту технику модернизированную ждут в армии России. Ну а как для губернатора, мне это приятно еще тем, что создается дополнительно 150 рабочих мест и, конечно же, налоговые поступления в бюджет Тульской области.